Для первоклассников городских школ наступили долгожданные каникулы. Учреждения культуры подготовили для ребят насыщенную программу. Первоклассников ждут мастер-классы, квесты, экскурсии и многое другое. Подробнее о каникулах в библиотеке имени Пушкина расскажем в следующем репортаже. Открытку для друга мастерили первоклассники на первом занятии во время каникул в Пушкинке. Вместе с библиотекарями ребята порассуждали о том, что такое дружба, какими качествами должен обладать друг, и пришли к выводу, что без верного товарища прожить очень трудно. Друг должен обладать качеством смелости, заботы и не должен бросать друга в беде. А как ты думаешь, ты сама такими качествами обладаешь? Я думаю, что да. Любые каникулы в Пушкинке – это всегда время творчества и креатива. В этот раз ребятам предстояло не только вырезать, клеить и раскрашивать. Главной задачей было придумать пожелание. И не кому-то, а сказочному книжному другу. Я сегодня сделала открытку Золушка. Я пожелала Золушке, чтобы она была нарядная, чтобы она была ласковая, чтобы она была трудолюбивая и всегда любила делать уроки, чтобы у нее никогда не было проблем. Я пожелала Золушке, чтобы она встретила хорошего принца и очень много друзей. Пожелал, что было много пятерок, что он учился хорошо. Также во время каникул в Пушкинке первоклассники попробуют себя в роли палеонтологов, поучаствуют в акции ко дню книгодарения и экологическом практикуме и расследуют загадочное похищение шедевра. Мы приглашаем всех первоклассников на наши мероприятия каждый день в 2 часа на различные мастерские, книжные выставки. Все мероприятия для лиц старше 6 лет. Подробные афиши есть на сайте библиотеки и в группе Пушкинки ВКонтакте.